деятельность. Хотим поблагодарить Никитенко Ксению. За помощь в организации концертов, за открытое доброе сердце мы хотели бы поблагодарить Дерезовскую Веру. Родители, помогаторы, они обычно после концертов просто никакие, усталые, вымотанные. И за твердость характера, за стойкость хотели бы поблагодарить Москвичеву Любовь. Хотели бы поблагодарить за помощь в репетициях, в организации столов, в организации помощи во время концертов, Ременную Галину. За помощь в воскресной школе хотели бы отметить за энтузиазм, опять за открытость, за улыбку на устах Кунц Ирину.